Доброе утро, ребята! 30 декабря 2022 года. Сегодня у нас пятница. Предпоследний день уходящего года. Нормальненько так поспал. Выспался, торопиться особо некуда. Я так понимаю, мне сегодня не надо в Литву заезжать. Поэтому на границе Польши-Литва я остановлюсь. Иначе, просто я так понимаю, что если я поеду по Литве сегодня, то и завтра еще надо будет ехать по Литве. То есть, соответственно, платить деньги надо. Я так что думаю, что где-то перед границей литовско-польской я и заночую. Да, поспал отлично, вообще паркинг. Ну, как я ожидал, паркинги полупустые. Предновогоднее настроение. Ребята домой летят, двигаются. Сегодня, наверное, вообще будет пустой паркинг. Ну, я так надеюсь, по крайней мере. Как там будет на самом деле, посмотрим. Но сами понимаете, конец года. Как я и говорил, как в прошлом году, все паркинги были пустые в эти дни. Ну, можно сказать, после Рождества они уже все пустовали, так, полупустые были. Особенно Голландия, Германия, там, да, вот эти страны. Потому что голландцы, немцы, Бельгии тогда не было в эти дни. Вот. И как бы получается так, что, ну, люди дома. Сейчас мы разгонимся, ну, идем вот сейчас как-то строим. Там Геннадий говорил, что где-то дорогу открыли. Я еще не ехал по ней. Участок до литовской границы. Ну, надеюсь, не проскочим. Навигатор это, конечно, мне не покажет. И карты устаревшие. Надо как-то заняться обновлением карт. Хотел в этом отпуске обновить на его карты, да? Да, и вот по сайджику подумываю, может быть, взять подписку эту, чтобы... Недорого вроде стоит, 60 евро в день. Ой, фу, в день. В день, в месяц, конечно. Надо подумать. И установить оригинальный. Просто очень интересует вопрос, насколько устройств можно поставить. На одно, на два. Потому что так-то у меня сайджик есть и на втором смартфоне. Вот. Чтобы карты были свежие. Ну так, в принципе, когда нужен свежачок, я на какой-то момент включаю какой-то Waze, либо, ну, Waze обычно, да, он показывает там современные уже карты. Ну, конечно, Waze ведет вас как легковую машину, но сам факт, он покажет дорогу, куда уходить, чтобы напрямую идти. Там какой-то поворот есть. Ну, я говорю, ребята, я по Польше, блин, честно говоря, еду сейчас второй раз только на грузовой машине. До этого я на своей ездил, легковой. Кто смотрел мой канал, он знает, что я ехал в сентябре, по-моему. В сентябре, кажется, я ехал на Польшу, шел, где подписывал документы с... ФМЕ, да, и работай на фикс, где у меня не сошлось. Вот. Что еще? По паркингу, да, блин, полупустой. И вот меня поражает реально вот чистота, тепло. Ну, реально в этих польских туалетах во многих. Чистенький, теплый. Вода даже горячая идет из этого, из крана, да, чтобы лицо помыть. Просто, когда есть возможность, конечно, я иду, мне пофиг, какая вода, холодная, горячая. Но сам факт приятный, когда не ледяная вода, чтобы и зубы почистить, и лицо обмыть. Как-то я броюсь электробритвой в машине, а потом уже как бы остальные дела делаю. Если воды нету у меня...
надо быстро к полоскателям. Но полоскателям по-любому советую вот своим коллегам, берите полоскатель для зубов, потому что жизнь у нас такая не совсем витаминная. Мы грызем какие-то витамины непонятные, если мы покупаем там овощи здесь, фрукты, то это, блин, конечно, не сравнить вкус. А дома, домашний, да, своего, со своего огорода и вот этого. Я купил, блин, в Германии помидоров вот позавчера вечером. Блин, красиво упакованные. Открыл упаковку, перевернул, ядри твои тыкоцани, блин, они гнилые, блин. Половину каждого помидора пришлось отрезать, выбрасывать. А вкус, нету вкуса, нету ни запаха, ничего нету. Как будто вот просто кусаешь какой-то кусок пластика, я не знаю чего. Ну, просто я вот не покупаю эти вещи. Единственное, я покупаю иногда виноград. Вот, яблоки я не беру, груши я не беру. Груши мне вообще как-то противопоказаны стали, переел я только конференции груши, блин, мне, если я начинаю есть груши, то это у меня начинается, блин, хождение, блин, на толчок. Ну, я-то знаю свой организм, какая вот вещь происходит у меня. А что у меня с этим самым, почему не работает? Регистратор, ЕПРСТ, что за фигня? Ай, сейчас проверим. Что случилось? О, это работает. А то сейчас буду ехать опять без дороги. Это неинтересно. На меня что там смотреть? Еду. Вот, поэтому я рекомендую вот эти для полоскания рта, они лечебные. Я обычно беру белорусскую или российскую, да, кора дуба там или что-то такое. Это и полезно, и бывает более быстрее. Не, ну, конечно, зубы надо чистить, это однозначно, но полоскать тоже надо. Некоторые по два, по три раза в день полоскают, у кого-то уже начинается пародонтоз или что-то такое. Но эти вещи, они для укрепления десен. То, что важно, что витаминки нужны для зубов и для десен. Ну, короче, все это я сделал, помылся, спокойно собрался, потому что мне тут, блин, в принципе, 600 километров проехать надо сегодня до границы. Если я, конечно, опять не ошибаюсь, и тогда будет все чики-пуки, потому что завтра тогда я уже проскочу Литву и Латвию. Что у меня с выгрузкой? Предварительная информация вообще интересная, выгрузка у меня только во вторник. То есть я могу смело отдохнуть, а у меня же и Новый год на носу, и 1 января у Наташеньки моей день рождения. Наша Снегурочка родилась 1 января. Вообще интересная история, немножко отвлекусь от темы. Наташины родители из Беларуси, Брестская область, Ивацевичский район, деревня Верешки или Верошки, там по-разному, по-русски, по-белорусски. Это, кстати, информация для тех, кто спрашивает, где я в Беларуси буду жить, где мы дом, вернее, купили, где мы будем частенько бывать, это вот в этой деревне. Деревня Верошки, повторюсь, Ивацевичский район, это буквально 10 километров от Косовского замка. В одну сторону Косовский замок 10 километров, в другую сторону Ружаны. 15 километров, ну и 25 километров до Косово, ой, до Ивацевича. Вот, и родители переехали, сначала мама Наташина переехала в Латвию, дядьки из Белоруссии, а потом и батя Наташин пришел из армии и поехал за ней. И там они поженились, вот, и Наташина мама была в положении и поехала на родину. Деревню. И родила Наташу, она в новогоднюю ночь, Косово, так что Косовская больница, он же роддом для Наташи, родное место. Ну, Наташа там жила, может быть, ехать, ты что, не видишь, что тебя машина гоняет, ну ты кадр, блин,
Chemical. Вот. И получается, что это родные места его. А я по отцу белорус, по маме русский. Вот. Но я очень-очень чувствую себя белорусом. Вот реально. Просто я, когда бываю в Белоруссии, я чувствую, что это моя родина. Вот, не знаю, вот, наверное, каждый человек чувствует свое родное место. Не то место, где ему хорошо, потому что там зарплата, потому что там тепленький дом, тепленькая кровать. Нет, у каждого человека, я думаю, что есть место, куда он приезжает и понимает, что вот это его родное. Вот для меня это Беларусь. Я там бывал в детстве, но у меня корни из Витебской области, отца. Половина семьи в Польше, половина семьи в Белоруссии, в Латвии осталась. Это потому что отец у меня тоже 31-го года, 31-го года, да, как и мама. А там было разделение, помните, Западная Белоруссия, Восточная Белоруссия, потом что-то перешло в Союз, пошло. Ну ладно, это так, прелюдия. Ну и все равно приезжая, я очень-очень-очень, я так, блин, удовлетворен, находясь в Белоруссии. Причем неважно, в каком ее месте. В этом году, кстати, я съездил в Белоруссию и наконец-то нашел могилу своей бабушки на кладбище. Синкевич Паулина. Да, это очень такой был момент. Такой, блин, очень трудно передать, волнительный. Все нормально, там ухаживают за ней. Ну вот, хочу летом поехать. А нашел там еще родственников своих. Ну, не кровных получается, а, знаете, как, типа, муж жены, там, сестра мужа, что-то такое. Какой-то родственник, и получается, нашел двух родственников, как оказалось. С одним я разговаривал, ну вот так виделся, а со второй женщиной я по телефону говорю. И ждут меня тоже в гости. Тоже у них корни и в Даугавпилсе, и в Резекне, ну это в Латвии, а сами живут в Белоруссию. Вот такие вот дела. Это немножко... начал про одно, завершаю про другом. Я к тому, что поэтому наши Снегурочки 1 января день рождения и как бы двойной праздник. То есть получается каждый год у нас два стола. Один 31 декабря и потом приходят всякие, всяко разные родственники, гости. Поздравляют нашу маму, нашу Наташеньку, мою же супругу, маму моих детей. Так что вот такие вот вещи меня ожидают. И если это во вторник у меня выпуск, то это какое? 3 число. А 3 января у нас день рождения отца Наташиного. Да. Он уже ушел. Но мы его помним, конечно. Родителей надо помнить. Надо помнить свои корни. Не забывать близких. Не забывать друзей. Да. Вчера пообщался со своим армейским другом из Армении. К сожалению, блин, нехорошие новости. Я помню, мы когда приехали в Эстонию из учебки, выезжали. Нас сажали на тот самый грузовик. То есть мы в кузов залезали. Нас было, по-моему, 8 человек. Я даже сейчас скажу, сколько нас было. Нас было... Двое из Латвии, четверо из Армении, потом, по-моему, двое или трое из Азербайджана, и, по-моему, был еще один узбек, из Узбекистана был один, вот вообще не помню, я помню, блин, Армен, Лерник, Игорь, Артем, это армяне. Я и Лаурис, это из Латвии. Потом, как же называется, Саид. И еще один был такой, ну, имена это были азербайджанцы. Да, и вот мы сели там, грубо говоря, познакомились. Хотя мы с некоторыми уже в учебке были знакомы. И поехали мы на Сарыново. И стали на Сарыново. И так вместе 2 года провели.
И вчера связался, наконец-то связался. Блин, сколько лет прошло с Артемкой Оганесяном. Если ты смотришь, Тёма, привет тебе большой. Позвоню сегодня тебе с дороги. Вот. Ну, он спрашивал, как, кого я встречал, какая информация есть о наших сослуживцах. Ну и мне прислал нехорошие новости, о которых я даже не знал. Если там с Игорёхой Чепуряном мы там кое-как, ну, знаю, что там у него и как, потому что его сестра замужем, и у них есть дочь и сын. Они живут прямо в доме моей тёщи, нашей мамы Наташиной. И дочка Лены, это сестра Игоря, Селина, она дружит с моей Дашей. Ну, дружили, сейчас уже как девочки выросли. Селинка постарше была, по-моему, на год. Такая девчонка, ух, ураган. То есть, как бы, иногда Лена мне рассказывала, где там Игорь приезжал, не приезжал. К сожалению, мы с ним не встречались. Хотя я говорил, если он приедет, пускай мне позвонит, мы встретимся, рядом живем с ней, там, 200-300 метров. Ну, так получилось. Ну, а вот Лерник и... Так, что там у нас творится? Лерник и Армен... А, понял. Пытаются обогнать меня, ему таковая... Ну, блин, конечно. Лерник и Армен, кстати, к сожалению, ушли из жизни. Армен вообще, получается, блин, ушел из жизни. Буквально мы, я не знаю, мы дембельнулись в 88-м году. И было это землетрясение в Армении большое. Там трагедия была, там очень много людей погибло. Как же это называлось? Это на С, я помню. Ну, короче, Армен погиб в этом землетрясении, я так понимаю. Это, блин, ужас, конечно. Но я так понимаю, в этом. Блин, из головы название выскочило. Ну, кто постарше, тот помнит это землетрясение. Там, блин, оползни сошли. Очень много людей погибло, армян. Ой, ёхоты. Я помню, что после этого землетрясения очень многих армян просто, ну, демобилизовали из армии поддержку родственников. Они ехали домой, я не знаю, на полгода их демобилизовали или вообще демобилизовали из армии. Спина Керт или как он, спина, ну, если я не ошибаюсь, ну вот, Степанакерт или как-то так, вот. А Лерник, блин, Армен, я, блин, помню, высокий такой парень, блин, ну вот вообще эти четырех армян, это мои, блин, самые лучшие армяне в моей жизни, блин, были. Очень сильно дружили, очень так тесно общались. А вот. А Лерник, блин, ушел. Я так понимаю, ушел на фронт в первый карабахский этот конфликт. И все, блин. И погиб на войне. Вот такие вот новости печальные. Армен, помню, такой, блин, высокий, так иногда неуклюжий, но не унывающий, хотя иногда возмущающийся. А Лерник, он такой, всегда старался быть таким, блин, серьезным, но если он начинал смеяться, то, блин, это был такой смех заразительный. Блин, ах, жалко. Даже вот боюсь немного звонить Артему, чтобы поговорить с ним, потому что не выдержу, у меня... Ну, реально, слезы на глаза наворачиваются, когда вспоминаю ребят. Ладно, земля им пухом будет. Надо приехать домой обязательно, сходить в церковь. Обязательно. Ну, поэтому, ребята, берегите. Берегите память, берегите друзей, берегите родных и близких.
это очень важно. У меня вот, например, самый близкий друг с детства ушел в мае. И мне его очень-очень не хватает. Я когда мне было грустно, я всегда ему звонил. И мы всегда общались. А сейчас мне его не хватает. Ну ладно, хватит того о таком сентиментальном. А то, точно слезы наворачиваются на глазах. Но это память, что поделать. Это наша жизнь. Ну а мы едем в сторону Варшавы. Сейчас надо посмотреть, сколько тут километров до Варшавы. Может быть, написано будет 250-270. Ну, надеюсь, я вас не расстроил очень. Просто сементальность иногда на меня накатывает. 280 километров до Варшавы. Ну, я думаю, что я перед Варшавой сделаю паузу, потому что я, как говорил, что у меня такая есть дурная привычка, как это сказать, перед большими городами, Париж, Гамбург, Берлин, Варшава, Мадрид уже тоже вошел в этот список. Я не въезжаю, если у меня менее 2 часов вождения. Это противопоказано. Если вы не хотите проблем, то лучше остановитесь, переждите, паузу сделайте, чтобы уже заехать в город, и в случае какой-либо пробки вы были уверены, что у вас хватает времени. Зачем потом делать всякие распечатки, фигятки и т.д. и т.п. Ну, как братишка мне сказал, кстати, у меня вчера у братишки был день рождения, он тоже дальнобойщик, так что, Владик, еще раз тебе с нюхой, здоровья тебе, береги себя, береги жену, береги, свое здоровье. Потому что мы опора наших семей, мы зарабатываем, и, как говорят, руки, ноги и глаза – это наши инструменты. Так что счастья тебе и здоровья. Это тот братишка, с которым мы как-то встречались, я наконец-то на дороге в Польше. За сувалками, по-моему, встречались, да. Я рассказывал тоже на канале, он тоже на Скане, только чуть-чуть постарее модель. Так что, вот так, а к чему я брата вспомнил? Что-то хотел сказать, что мне в другой раз. Наверное, старею, мысли сбиваются, но потом что вспомню. Кстати, по поводу вчерашнего разговора, я говорил, что буду сообщать, ребята, вам. Я каждый раз проверяю, кстати, этот самый датчик, вот этот телепасовский, Вчера ехал, все работало нормально, вдруг он мне говорит, отключено питание. И горит красная кнопка, наверное, где-то ворота я польский проехал, с чего-то. Все нормально было. И подавалось питание, как-то глюканул он, что ли. Надеюсь, все в порядке будет. Ну, я подергал еще шнур туда-сюда, заработал. Он бы выскочил или что. Как-то я контролирую все время, поднимаю попу и смотрю, горит там зеленый, моргает или нет. Потому что не хочется штрафы получать, чтобы фирма получала штрафы. Не я, конечно. Ну ладно, по поводу письма в ФМЕ, по поводу зарплаты фикса насчет моих 100 евро. Я смотрю, письмо не прочитано. Наверное, у них там выходные до следующей недели. Ну, если они написали in 55 week, после 52 недель должны мне прислать, это значит, в следующей неделе, где-то во вторник, я им буду уже, даже в понедельник я буду им уже еще раз писать. И просто мне интересен ответ. Честно говоря, ребята, я не надеюсь, что я получу эти деньги. Они могут придумать все, что угодно из-за своей обиды. Вот. Но, знаете, там такая обида детская. Я, уверен на 90%, что мне все равно они будут звонить. Звонить будут.
еще там Рено должен позвонить из Голландии. Ну, поскольку я не особо, никак, типа, с моей стороны нету проблем продолжать работать в этой фирме. Как директор, потому что если грузов не будет неделю хотя бы, то, конечно, я уеду куда-либо работать на другую фирму. Но мне не хочется, мне здесь нравится. Вот реально мне отношения очень нравятся, очень спокойное со стороны Геннадия, блин. Ну, вообще, все замечательно. Нет такого, почему стоишь, почему не едешь, почему тут, все, 5-10. Ночью мы не едем, в выходные мы не едем, работаем по тахам. То есть, прям вообще, как-то после Хейстеркампа, после Фикса, ребята, блин, это день и ночь вообще. Ты понимаешь, что можно работать спокойно, выполняя свою работу. Ну, конечно, не филоня, знаешь, не наезжай ни на кого. Но просто понимаешь, что у тебя психологического давления никакого нету. А это то, что и надо человеку. Как минимум мне. Кто-то любит гонять, да, там, носиться, как угорелый, блин. Кто-то за километры, кто-то просто любит носиться, а потом выстебываться. Потом, ну, всякие разные нюансы всплывают. Там нарушил, здесь нарушил. Здесь топливо не долил, там не долил, там проскочил. Мне, блин, нравится спокойная работа, что давления нету. Один раз вот, когда непонятка была с этим, с Рождеством, потому что мы могли стоять спокойно до вторника утра и выезжать там. Разговорили с директорами, ему позвонил, он говорит, ну там, в принципе, Германию можно начинать открывать в 10 вечера в понедельник. Я говорю, Геннадий, нет проблем, я могу ехать. А он говорит, ну, если коллега поедет, то пускай едет. Если он не хочет ехать, да, ночью, то, конечно, может не ехать, не надо там настаивать. Я предложил коллеге, он сказал, что да, я тоже поеду, но что делать? Ну, там все равно мы могли бы проехать сколько? Это ночная работа получалась бы, мы проехали бы там максимум 8 часов. Потому что ночная работа, я не хочу себе на тахо какие-то нарушения относительно ночной работы. Потому что ночная работа, в принципе, она подразумевает в себе, несет в себе много нюансов, что такое ночная работа. Но по-любому 10 часов и все. Ты должен закрыть через 10 часов смену. Если ты едешь в периоде с 0 до 7, 4 часа, то значит ты выполнял ночную работу. Причем на каждой фирме это ночное время, оно свое, у кого-то с 0 до 4, ночное, у кого-то там с 2 до 6, ночное, ну 4 часа, да, вот эти. Ну, также и в разных странах тоже по-разному к этому относятся, потому что, в принципе, это сейчас начала ночная езда, ночная работа относиться к РТО, да, режим труда и отдыха. А так, в принципе, это все внесено в законодательство каждой страны. Ну, я не знаю, как законодательство там России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана. Я знаю, что у нас в Латвии есть такое понятие, как ночная работа. Она, во-первых, и оплачивается по-другому. И требования по ночной работе другие. Но в любом случае, проехав 4 часа, если в этот период, значит, попадаешь в понятие ночная работа. Значит, ты должен закрыть смену через 10 часов. Кто-то начинает рассказывать, 10 часов это имеется в виду вождение и молоточки. Да, наверное, вождение и молоточки. Но главное, чтобы ты не запутался в этих вождениях и молоточках, считая каждую остановку, что это молоточки, а не твоя пауза. Потому что у меня были такие, когда я работал на Фай-экспрессе, варианты, что мне так... Короче, я нарушал там на 1-2 минуты ночную езду, ночную работу, да. И закрывал смену там через 2 минуты до конца, бывало за 10 минут. Не за 10, а через 10 минут после завершения необходимого времени, да, за смену. Ну, нафиг надо это, потому чтобы это висело. Если, ребята, ну, наверняка не у всех есть эти считывающие карты, да, то у меня, например, она есть. Я ее
Я ее использую при возможности, ну, при первой возможности, как я вытаскиваю карту из тахографа, я сразу считываю его для себя и смотрю, какие у меня есть нарушения. Вот. На данный момент, я говорю, у меня светит нарушение там 16 числа декабря, что я провел много времени в машине. То есть 45-ку я находился в машине. Но это не моя вина, и как обычно, да, фирмы это оплачивают, если на это наложен штраф. Вот сейчас я читал статью в Швеции, опять там смотрят. Ну а что делать, блин? Все мы, люди, все понимают, что ночуем мы в машинах на трассе. Вот. Как-то так. Единственное, насколько я знаю, если вы ночуете в машине, а чип вытащен, то, возможно, такое нарушение будет на вас висеть. А если чип находится внутри, то это будет на фирме. Могу ошибаться, можете спорить со мной. Даже хорошо, спорьте. Мы обсудим в комментариях, может, кто-то еще что-нибудь напишет. Просто это такой вот момент, вытаскивать, не вытаскивать. Да, когда я стою на базе, вот я хейстер, как, я всегда вытаскивал чип. Перед этим я писал сообщение, что я чип вытаскиваю, и он находится у меня, он не стоит в машине. Потому что если бы я вытаскивал чип, то я не получал сообщение на бортовой компьютер. И говорил, когда я его включу. Включал я чип обратно после 45-ки и смотрел сообщение. А то у меня был один случай, что мне звонит этот менеджер и говорит: пап, почему ты еще не едешь? Я говорю: в смысле? Нет, ну тебе задание же пришло. Я говорю: какое задание мне пришло? У меня чип вот в кармане, у меня чип не в тахо. А почему он у тебя не в тахо? Я говорю: а почему он должен быть в тахо, если ты на 45-ке? Я тем более написал. Говорит: я не читал. Я говорю: ну извини, дружок, это твои проблемы, это не мои проблемы, то, что ты не читаешь информацию. Я, кстати, дежурному сообщал, что он передал дальше, что, блин, я чип вытащил. Также дежурному механику сказал, что чип вытащил. Если будет какая-то информация для меня, ну, у него на компьютере, пускай мне передаст. Не надо типа чип вытаскивать. Я говорю: тебе не надо, мне надо. Это мое право. Это даже не мое право, это норма, я должен вытаскивать чип, стоя на 45-ке. Даже на автохофе я стою, когда еду, я вытаскиваю чип, потому что там минимальный вариант того, чтобы приедет проверка. Хотя приезжают и туда проверки, и сюда проверки. Но я знаю многих ребят, многих и подписчиков, и я интересовался этим вопросом, что люди на 45-ках чип вытаскивают. Вот. Так вот, у меня вот, я говорю, вот этот вот картридер, да, я его купил. Ну, он недорого стоит, 18-20 евро. Даже можно заказать на AliExpress, там, по-моему, в районе 10 евро, но он просто будет дольше идти. У него немножко другого плана. Хотя он очень удобен тем, что его можно подключать к компьютеру и считывать эти самые, как он называется. Ну, ID-карты, например, да, электронную подпись. Вот этим он удобен. Тот, который на Алишке. А этот у меня нет, он чисто в телефон. Но они, я покупал вот там в районе Румбл, там, где техосмотр проходят, эти самые, ну, наши машины, да, тягачи. Там есть фирма Lux. И вот там покупал. Можно было купить на Виадах, но, блин, я звонил на Виадах, почему-то их там не было. Ну и на Виадах они дороже, там, по-моему, на 5 евро. И, кстати, я, когда у меня вопросы, потому что вот здесь тоже в машине люкс, фирма, которая устанавливала чип, и в Хейстеркампе тоже был чип. Я звонил, там такая Илзаня, если смотришь меня, привет тебе, большое спасибо за помощь. Если какие-то вопросы по таху, я не стеснялся, либо звонил ей, либо писал в WhatsApp. И она всегда мне отвечала, как правильно, потому что вот этот уже третий тип у меня тахографа, и он немножко другой. Из-за этого я, кстати, получилось так, что я какие-то там 20 или 30 минут. Какие 20-30 минут, блин. Я, блин, даже отработал какое-то время на ауте, потому что я, блин, где-то что-то там неправильно нажал и не обратил внимания, что я открыл страну, но ехал на ауте. Ну, сделал распечатку. Надеюсь, все пройдет.
А так вот, да, вот новый чип особенно важен. Это съезд с парома, заезд на паром. Разница некоторых чипов. Есть чип, вот, ты выключил машину и сразу автоматом на стульчик встал. А если ты выключил машину, она не становится на стульчик. То есть такие варианты. И она мне вот все описывала, как с новым тахографом это делать, какие, когда включать, когда выключать. Потому что одни тахографы, ты съезжаешь с парома, он сам выключается уже, закрывается паром. Другие надо самому вводить, чтобы паром закончился. Ну, такие, я не буду сейчас уходить в эти типа вопросы полностью углубляться. Просто говорю, как есть. Ну так, просто сейчас на паромах не еду, у меня под рукой есть заметки, как делать. Ну здесь я не знаю, как делать. Но, наверное, так же. Еще причем вы помните, да, что остановку, да, можно делать только один раз. При заезде на паром и съезде на паром. Потому что тогда, получается, у вас автоматически паром закрывается. На некоторых тахографах. Старого, по-моему, типа. На новых это не происходит. Поэтому, съезжая с парома, вы закрываете паром, только встав на эту самую. Уже на паузу. Но если это вам надо, достоять паузу, да, так скажем. 9 часов не прошло, или, скажем, 9 часов на пароме было, а вам надо 11 часов отстоять, значит, вы съезжаете с парома и достаиваете паузу, и потом только закрываете паром. Я так уже точно сейчас говорить не буду, потому что давно на паромах не катался. Если надо, будет вспомнить. Если надо, будет расскажу, что и как мне Илзаня объясняла. Умничать не буду, я еще раз говорю, мой канал не о том, чтобы кого-то учить, как делать. Я рассказываю о том, как делаю я, какие у меня бывают сложности, а бывают радости, как я из них выхожу, из этих ситуаций. Ну ладно, ребята, еще раз всех доброе утро. Также, конечно, всех с наступающими праздниками. Я думаю, в этом году еще выйдет 2 видео. Ну, может быть, завтрашнее видео, завтрашний день выйдет уже в новом году. Ну, всем добра, всем здоровья, исполнения всех желаний, у каждого свое, ну, конечно. Всем всего самого доброго, но я не прощаюсь, мы едем в сторону литовской границы. А, еще хотел сказать, вот, вспомнил про братишку, почему я начал про Влада, как говорится. Он говорит, что в Польше в эти дни баги обычно отпускаются, якобы их поменьше, да, транспортников. Ну, посмотрим, надеюсь, меня не остановят. По большому счету у меня нарушений никаких нету. У меня есть две распечатки. Одна поэтому, что на ауте ехал. Ну, я там объяснил, что эрор, блин, сори, ну, это был я, никто другой. Новый тахограф, не разобрался. И вторая распечатка, вернее, две распечатки я сделал. Первую по 27 декабря. Ой, по 27. Ну да, по 27 декабря, по вторнику, что встал на аут, поставил. Вытащил чип, встал на аут, потому что поехал в сервис. И вторая распечатка вчерашним днем, что был на ауте с такого-то, 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 такого, потому что был в сервисе. И взял, конечно, бумагу из сервиса, вот, и в которой написано, с какого по какое, я был в сервисе, официальная бумага, на распечатке мне поставили штамп в сервисе, и, конечно, у меня есть видео, что я был именно в сервисе. Вот. Ну, единственное, что если спросят, где ты жил, скажу, жил в сервисе, там есть замечательный номер, двухэтажная койка, душ, кофе, туалет, магазины, все, что хочешь. Вот, такие вот пироги. Ну, по поводу завершения вот этого на ауте, это я ехал 10 числа, 7 числа у меня истекает срок давности, то есть 7, если все в порядке будет, можно ее будет выбросить.
А уже потом, ребята, с какого следующего года, ну, с 24-го года, да, вступает в силу 56 дней, если я не ошибаюсь. Тогда уже будет посложнее, надо будет ждать. Ну, а главное то, что у меня уже давно улетело вот то нарушение, которое на фиксе пришлось сделать, когда 10 часов 59 минут у меня вождения. Как вспомню, блин, какие они все такие хитрые. Ну, ладно, я уже с вами попрощался, как бы, на этот период времени, но не на сегодняшний день. Так что едем дальше, что-нибудь придет в голову, что-нибудь, типа, тогда, ну, расскажу, покажу. Ну, надеюсь, все у нас будет хорошо. Так, мы уже понемногу приближаемся к границе, но как немного, еще 200 километров осталось. Что-то меня так ко сну заклонило, решил, блин, 30 минут поудремать. Вот, немножко планы изменились, и я не еду ни на выгрузку, ни на базу, а я еду сразу в Scania-сервис, и там отцепляюсь, оставляю машину, и еду домой. Они должны либо сделать за выходные, либо во вторник с утра. И тогда у меня сразу погрузка, вернее, выгрузка, потом погрузка в этой самой, как его... Ну, не знаю, короче, так. Как только сделают машину, значит, тогда я сразу еду на выгрузку и потом сразу на погрузку. Такие вот планы. Может быть, во вторник они сделают, а может быть, во вторник уже сразу... То есть во вторник, может быть, сразу машину заберу с утра, а может быть, еще и не сразу заберу машину. Так что вот так. Посмотрим, что там и как. Ну ладно, мы едем. Оказывается, Литву надо открывать, она не на день работает, как я думал. А оказывается, его... Ну вот как, на сутки открываешь с момента въезда. Сутки, короче, должны пройти. Так что, ну, я все равно думаю, что на польской стороне я встану на границе. И все будет нормально. Нормально посплю, нормально высплюсь, что завтра такой день. Как бы новогодний стол, все дела. Такие вот планы. То есть еду я туда в Марупе, на Тирайнес. А какая же была улица у Хестеркампа? Не Тирайнес, а... Ой, блин, офигеть, забыл. Рига, Марупес Пагас, улица на М, кажется, там была. Четвертый дом. Разве не Тирайнес тоже? Вот забыл, блин, уже. Наизусть знал уже. Надо вспоминать, какой там. А, Б, В, Г, Д, Е, К. Ой, не помню. Не помню, ребята, блин, честно, адрес. Хестеркам. Да, блин, если бы я знал, что такая фигня, так я бы, блин, и поехал бы через уже бы на Литву сразу. Где-нибудь там ночевал бы. Фиг его знает. Раньше бы приехал бы. Ну ладно, тогда. Тогда будем что-то решать. Как лучше сделать. Ладно, ребята, все это фигня. Главное, что все в порядке. Едем, гоним. Едем, гоним вперед. По Польше. Да, 200 километров, где-то еще 2,5 часа ехать. Нормально. То, что вот мне хватает, говорю, 20 минут полежать, и можно гнать дальше. Вот, ладно. Сейчас долго разговаривать много не буду. Все внимание уже на дорогу, блин. Едем дальше.
Ну что, добрый вечер. 30 декабря. Стою на границе Польши и Литвы на паркинге. Дальше не поехал, потому что винету не открывали мне, а дозвониться не могу. Ну, начальник говорил, что до утра не будет связи у него. Написал ему, чтобы открыл с утра винетку, тогда я стартану. И погоню навстречу дому, навстречу Нового года и все такие важные дела. В принципе, проехал все в порядке, не спеша, не торопясь, все как и планировал. Единственное, хотел раньше остановиться там на паркинге, но, блин, где-то как заехал на эту новую дорогу, в одном месте там был паркинг открытую. Да, я даже там постоял чуть-чуть. Вот. Пытался оттуда позвонить, не дозвонился и поехал уже на границу. И паркинги все закрыты на этой новой дороге, офигеть можно. Уже заехал на границу, а навстречу стоят все, кто едут в Польшу, их всех проверяют конкретно, все машины проверяют. Я не знаю, что там проверяют, наверное, на трубку проверяют. Короче, всех тормозят, там... Ну, там, конечно, пробка на границе. Ну, я имею в виду, тормозят не легковые машины, тормозят именно коллег. Ну, что могу сказать? Если ты умный человек, ты, конечно, не сядешь за руль в состоянии. А если ты глупый человек, то, наверное, блин, ты навсегда глупый. Не знаю, как-то так. И все причем знают, что в Польше постоянно на границах какие-то там проверка идут. Именно на алкоголь. Меня тоже, кстати, проверяли, когда я ехал сюда из Риги. Вот. Ну, там стояло пару машин отогнанных. Ребята, наверное, не дружат с головой. Как говорил мой преподаватель в автошколе давно-давно, выпил, открыл дверь автомобиля, считай, открыл дверь в тюрьму. Надо все-таки думать головой, блин, не садиться, блин. Во-первых, не надо бухать перед поездкой, во-вторых, не надо садиться выпившим. Ладно, это все уже философия, у каждого своя голова, все мы взрослые люди. Ну ладно, ребята, на этом я заканчиваю, это предпоследнее видео в этом году. Все у меня в порядке, планы нормальные, едем домой. Сейчас сделаю себе ужин, картошку фри пожарю с сосисками. Ох, поем от души. Сделаю видос и лягу спать. Ну а вам всем спасибо, что заходите, спасибо, что подписываетесь, спасибо за комментарии. Я потом расскажу, какие сегодня прислал комментарии. Вот, и что еще. Ну и как обычно, ребята, берегите себя, своих родных и близких. И все будет правильно. Чики-пуки. Пока.